Всем привет! До Нового года осталось не так много времени, всего пара недель. Но у нас морозы сейчас небольшие, и поэтому есть жидкая вода. Ну вот, а поскольку есть жидкая вода, то почему бы немножко не постритфишить? Конечно, есть определенные сомнения по поводу клёва сегодня, но тем не менее попробуем. Ловлю я палочкой UFM Backwater Ultra 56, катушка Shimano Cardiferia, тысячник. И приманочки ультравайтовые на нагрузке от полуграмма до полутора. Попробуем, как он, зимний окушок, клюет или нет. Первый окушок. Прошенный на Полярис первомутре дюймовый. Сейчас отпустим. Вот еще один. Этот уже позарился на мормышечку с чесночным мотылем. Сейчас будем отпускать. Взял я на пробу вот такие приманочки еще от Страйка. Easy Shiner Micro 1,4 дюйма. Вот такие вот. Easy Shiner приманка достаточно удачная. Вот. Но, к сожалению, в таком маленьком размере фабрично она кейтеком не выпускается. Вот. А тут как бы достаточно неплохого качества копия и в нужном мне размерчике. Попробуем, как он ловит. А вот и микроизика разловил. Очень таким добрячим окушочком по местным меркам. Вот таким. Вот такой красавчик. Микроизи шайнер 1,4 дюйма в фиолетовом цвете. Так, ладно, не будем мучать, сейчас отпустим его. Ну вот, как-то так. Рыбка сегодня, конечно, клюет так себе, но хоть как-то клюет. От нуля ушел, уже хорошо. Сейчас попью чайку. И, наверное, буду уже собираться, потому как прохладненько довольно. На этом все, ребята. Спасибо за внимание, кто смотрел. До новых встреч. Всем пока.